Вот такой комментарий оставили мне на ютубе под роликом про вежливость. Действительно, женщины любят наглых и уверенных в себе мужчин. Вот только не надо путать наглость и уверенность в себе с грубостью. Наглый и уверенный в себе мужчина – это такой мужчина, который вместо того, чтобы приглашать женщину на свидание и выгуливать по паркам, может прямо сказать, что ему от нее нужно. А вот грубить женщине не надо. Да и на самом деле не надо грубить никому вообще. Ведь вам же самому не нравится, когда вам грубят. Вот и женщине тоже не нравится. Чтобы в глазах женщины выглядеть наглым и уверенным в себе, выражайте свои мысли прямо, но в вежливой и корректной форме.